Oh, hello guys. Yeah, it's cold. Yeah, it's winter in Russia. But wait, I'm not in Russia. I'm living in China now, so it's not so cold here. But my apartment has no central heating, so yeah, it's just like about 15 degrees inside. Yeah, a bit cold. And today we're going to talk about winter and cold and Russia. I want to show you one short video, and you have to watch this video. And after this video, I'm going to ask you a couple questions. Okay, so here we go. Let's get started. В России сейчас зима. Это очень холодное время года. В некоторых местах России температура воздуха зимой минус 50 градусов. Как люди живут там? У некоторых северных народов в языке есть не одно слово «снег», а больше 20 слов. Интересно, что больше половины людей на Земле никогда не видели настоящего снега. А русские люди очень любят зиму и зимние развлечения. Это холодное, но и очень красивое время года. Я тоже люблю зиму, но я не очень люблю холод. А есть ли снег в вашей стране? Okay guys, you watched this video, I hope you understand it. If you don't understand it, it's okay. Just write down below this video, you can find text with the full vocabulary of this article, and you can download it and you can read it, you can learn it. If you understand it well, so now I'm going to ask you a couple questions and you can try to answer them, okay? Here we go. Вопрос номер один. Какое время года сейчас в России? Зима. Правильно. В России сейчас зима. Вопрос номер два. Какая температура воздуха зимой в России? Минус 50 градусов. Да. Конечно, не везде в России температура минус 50. Но в некоторых местах России, это Россия, в некоторых местах действительно так холодно. Вопрос номер три. Сколько слов есть в языке у северных народов России? 20. Больше 20 слов. Может 21, может 22, может 25 или 30. Больше, чем 20. Правильно. Вопрос номер 4. Русские люди любят зиму? Да, русские люди любят зиму. Конечно, не все люди любят
зиму в России. Кто-то любит сильно, кто-то не очень любит, кто-то, может, ненавидит зиму, но в общем русские люди любят зиму. Я так думаю. И последний, пятый вопрос. А есть ли снег в вашей стране? Вы можете ответить «да, есть» или «нет, нету». Да, есть? Отлично! Класс! Нет, нету? Тоже отлично! Вы можете написать ваш ответ в комментариях к этому видео. Я обязательно прочитаю. Мне очень интересно. Окей, отлично, ребята, молодцы! Okay, guys, thank you for watching this video. I hope you enjoyed it. And wait, if you enjoyed it, you can leave some comments below. I will read them. And also you can tap like. Yeah, I appreciate it very much. And just let me know if you have any suggestions or questions about Russian language or about Russian culture. I will definitely answer you. Okay, see you next time. See you soon. Bye-bye. Пока-пока.